Парки и набережные в Нью-Йорке совсем не похожи на то, что на дворе грандиозная эпидемия. Здесь народу стало еще больше. Все бегают, катаются на велосипедах. И спрашивается, зачем мы закрыли так называемый non-essential business, если все люди выбрались на улицу, такая толпа, все сильно потеют, тяжело дышат, выделяют все эти жидкости в воздух, вполне возможно заражают окружающих, постоянно нарушают двухметровую дистанцию. В моем local баре меньше народу было бы, чем здесь.